Конкурс профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями «Обилимпикс» стартовал в Новосибирске. Его называют «Олимпиадой возможностей». В мире такие соревнования существуют уже более 50 лет, но в Россию они пришли недавно. Подготовка к состязаниям из-за особенностей участников кропотливая. Материалы, которые должны предоставить, допустим, мы, да, по заданию, мы должны отследить все, начиная от того, чтобы не было, допустим, аллергии на определенные используемые средства и материалы, да, краска, допустим, которая наносится на ткань. То есть очень ответственно, в силу того, что задействованы определенные возможности здоровья людей. В Новосибирской области конкурс проводят во второй раз. Год назад участники состязались в 6 компетенциях, в этот раз в 15. Направления самые разные – строительство, IT, транспорт, сервисные услуги. В течение 2 дней 94 конкурсанта будут выполнять задания под присмотром профессионального жюри. Сборка коробки автомобиля ВАЗ Гранта, получается сборка диагностического стенда и диагностика автомобиля ВАЗ-2111. На самом деле это не сложно, потому что мы как бы к этому тренировались, не ко всему, но к чему-то тренировались. Плюс основной базе знаний дает возможность просто-напросто сделать это. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!